Здравствуйте! Данный видеообзор приготовлен специально по заказу F-магазина. И я сегодня расскажу о блесне от фирмы Renegade Iron Minnow Wire. Данная блесна имеет две модификации. Это Iron Minnow просто, вот они две. И вторая версия Iron Minnow Wire, вот эта одна лежит. Чем же они отличаются? Они практически ничем, кроме одного. Это у Iron Minnow Wire красные глаза, просто у Iron Minnow белые глазки. И еще они отличаются окраской. Об этом расскажу позже. Теперь я убираю ненужное. И вот поговорим об этой блесне Pilker Iron Minnow Wire. Весит она 14 грамм. Длина ее составляет 4,5 сантиметра. Оснащена она либо вот таким тройничком с люрексом и опушкой, или выдается отдельно тройник без ничего. Тройники 8 номера от Owner. Данный пилькер окрашен по сравнению с просто Iron Minnow. Тут окраска более глубокая и более реалистичная. То есть переливается всеми цветами радуги и преломляет свет под различными углами, что создает необычайную реалистичность в воде. В воде она немножко, вот этот блеск пропадает, и она приобретает абсолютно точную копию натурального малька, в частности уклейки, наверное. Вот такая глубокая, очень реалистичная окраска отличает Iron Minnow Wire. Узкое тело, всего 1 сантиметр, который сужается к носовому концу и к хвостовому. Позволяет такая геометрия очень быстро заглубляться, и поскольку этот пилькер необычайно далеко летит. И для котлового активного окуня это просто грозное оружие. Данная блесна, если попала в стаю, то она просто выкашивает окуня. Причем, если вы обнаружили стаю окуня стайного, то вот это, наверное, самое лучшее, чем ее можно ловить, потому что это быстрее всего происходит. Она опускается, летит далеко и мгновенно опускается на какую-то глубину, то есть на дно. И быстро, на какой бы глубине ни находилась стая, мы начинаем ловить. И точно она очень летит, поэтому попасть можно в пятак размером метр. И тогда начинается ловля. Причем мигрирующая стая окуня может всегда котел этот сначала сверху, а потом он может опускаться ниже, и самые крупные особи могут находиться в самом низу. Вот это тут опять выручает Iron Minnow. Опускаясь ниже, при падении совершает какие-то движения, значит, привлекающие, и еще нет. Он обычно не доходит до дна, и уже на него поклевки, причем самых крупных окуней. Вот это, пожалуй, основная особенность данной приманки, что она может отсечь мелочь, быстро пройдя сквозь горизонт воды. Опускаясь до дна, там его поднимают уже крупные особи, самые крупные из этой стаи. Выпускается она в двух весах, всего лишь 14 и 21 грамм. В данном случае это 14-граммовый вариант, вот мне больше всего подходит. Я облавливаю ямы, причем с мощным течением, потому что она, несмотря на быстрое, мощное течение, все равно хорошо играет, держится на струе, и, что самое важное, не выносит ее на поверхность, она достигает дна все-таки. Вот на поверхность не выбрасывает ее, поэтому не каждая приманка подойдет при ловле на очень мощном течении. Поэтому в данном случае здесь производитель, специалисты Ренегата, они вложили все самое лучшее в данную приманку, потому что она
во-первых, по окраске это супер. Во-вторых, вот эта опушка еще, ну, придает больше привлекательности. И как точка атаки здесь окунь всегда хватает именно за это. Но если нам нужно добиться более быстрого падения на дно, то мы ставим обычный тройничок. Тогда у нее аэродинамика лучше и скорость погружения тоже лучше. Игра, то есть анимация данной приманки очень простая. Кидаешь, опускается на дно и тянешь равномерной проводкой. Нет контакта, значит, можем stop and go попробовать. Ну или твич с такими подергиваниями. Буквально я ловил на нее джиговой проводкой. То есть ступенька такая происходит, и на ступеньке все равно соблазняет хищника. Вот такая интересная приманка, незаслуженно, как бы спиннингистами отрицаемая. Больше берут первую версию Ирон Миноу. Эта приманка, мне кажется, получше. Я смог уже сравнить с другой версией, поэтому вот попробуйте, купите эту, либо в весе 14, может 21 грамм. И всего 4 цвета у нее здесь. У меня 0014. Несмотря на вот такие качества, она переигрывает Ирон Миноу обычную. Итак, Ирон Миноу Вайер, блесна, которая действительно заслуживает внимания рыболова. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.